Здравствуйте. Ну, про Пушкина я не стал писать. Вот буквально за час я написал стихотворение. На основании чего человек пишет стихи. Вот вы сейчас начинаете в жизнь входить. Вы, кто-нибудь из вас пишет стихи? Поднимите руки. Ой, молодцы, вот молодцы. Вот я точно так же, благодаря этому великому поэту, полюбил поэзию и стал писать стихи. И вот эти стихи сейчас я вам прочитаю. Судьба моя ничем не отличалась, и я не выделялся среди людей, но все равно душа давно склонялась стихам и песням, что звучали в ней. Не думал, не гадал, и так уж вышло, я как-то взял бумагу и перо и стал писать коряво, пусть без смысла, о том, что думал и мечтал давно. И словно чудом приоткрылись двери в таинственный неповторимый мир. Слова слагались в рифмы без потери, и с наслаждением я творил, творил, и с каждым разом было уже легче не на бумаге мысли излагать. Стихи в душе рождались, боем в сердце, что дальше жить и мир наш покорять. И вот теперь я сильно удивленный, как раньше мог без этого я жить. Поэзию и музыку влюбленный среди людей живет один Пит. А это я написал для вас, для всех, кто здесь собрался. Так и называется «Соберемся, друзья». Соберемся, друзья, всем разлукам назло. Соберемся и песни споем. Как бы не было трудно, но нам повезло, то, что музыка – общий наш дом. Что поэзия душу порой бередит, и гитары звучат над костром. Соберемся, друзья, нас как прежде манит все, что творчеством нынче зовем. Жизнь без творчества – это для нас застой, да и мы не такие, как все. Мы движение любим, не любим покой. Где б не жили мы на земле, и несутся байдарки порог проходя, и туристы в горы идут, и везде, на привалах или в пути, о любви и о жизни поют. Мы поэты и музыканты, мы особые, мы таланты, чтоб для каждого песня нашлась, чтоб у каждого жизнь удалась, чтоб улыбки чаще сверкали, мы готовы читать, петь рядом с вами и делиться счастьем, готовы каждый раз снова и снова. Спасибо.